Мы узнали, то есть продолжили узнавать, как все получилось. То есть эти 70-х годов, вот этот фильм, рассказали предысторию. В старых добрых традициях Чужого. О том, что создатель всегда хочет еще что-нибудь создать. И эта бесконечная цепочка всегда приводит к чему-то не очень хорошему. Я ждал его уже лет 5, наверное, с выхода «Прометея». И о чем он? Скорее, о важности жизни, что ли, о ценности ее. Ну, интересный фильм. В принципе, этот фильм о вопросах того, откуда произошли люди, грубо говоря, о дальнейшей судьбе человечества, ну и о том, к чему может как бы привести, я даже не знаю, это фильм о философии. Там есть связь с «Прометеем»? Это продолжение его? Ну, это, конечно, да. Продолжение «Прометея», но... Мне, наоборот, показалось, что это такая отдельная, самостоятельная часть. Но оно как бы есть отсылки к прошлой части, но в целом самостоятельное кино. Прямая. Ну, да, прямая. Да, в принципе, Элизабет Шу там... Да, естественно, имеет. Ну да, та же самая планета «Прометея», мне кажется, то же самое. А там вот был лысый вот этот пришелец, который в прошлый раз голову оторвал андроиду? Атлант? Да. Ну, были его, так сказать... соратники, что ли, на другой планете уже. Конкретно тот, который был на планете, куда пролетел Прометей, его, естественно, не было, потому что его убили, по большому счету. Того самого лысого не было, но была планета, где эти пришельцы, собственно, обитали, их родное детище, как говорится. Был флешбэк, в котором показывалось, что стало с пришельцами, что, я не знаю, спойлерить его возможно. Ну, грубо говоря, вот робот Дэвид, который был в прошлой части фильма, уничтожил цивилизацию. Какая серия лучше, если сравнивать с предыдущими «Чужого» или с «Прометеем» первым? Ну, «Прометей» — это совершенно другой фильм, но вот вторая часть «Прометея» вообще отличный фильм, он гораздо лучше, чем первая часть, как бы. Вот, посмотрев его, складывается впечатление, что будет продолжение дальше? Конечно. Так будет точно, конечно. Я думаю, что да, потому что деньги всем нужны. А мы придем, если будет. Обязательно. Я думаю, это такая же бесконечная история, как «Звездные войны». Тут можно добавлять боквелы, сиквелы, приквелы, и поэтому да. Да-да, там прямая наводка на то, что продолжение следует. Да, будет, причем об этом уже говорили, что должна быть третья часть приквелов, насколько я помню. 450 рублей вам не жалко на нее? Ну, впечатление, никогда не жалко денег, по идее. Нет, мы не пожалели. Нет. 700 на двоих. Нет, не жалко. 5 лет я его ждал. Нет, не жалко. Нет. Это не жалко. Абсолютно. Да, нормально. Мне понравилось.